Привет! Сегодня хотела снять апдейт на свой проект теплое, холодное сумочки для макияжа. В общем, начнем с базовых продуктов. Я не снимала видео целый месяц, поэтому все будет очень смешано. В общем, такой тональный крем от Вайко номер N15. Я его украла у своей мамы, он очень легкий. Мне кажется, скоро мне придется его разрезать для того, чтобы доставать оттуда продукт. Мне он очень нравится, и им я сегодня пользовалась. Дальше идет вот такая пудра от Rimmel Insta Fix & Matte. Я наконец-то ее закончила. Поэтому я очень рада. Возможно, сегодня придется купить новую, потому что моя мама мне не привезла пудру из той квартиры, на которой я раньше жила. В общем, дальше вот такая тушь от Pupa Vamp в коричневом оттенке. Я тоже ей сегодня пользовалась. Дальше идет вот такая база под тени от Kiko Long Lasting Stick Eyeshadow в номере 51. И ей я пользовалась сегодня, как видите, под этим золотым макияжем. Это база. Но прогресс очень маленький. В общем, вот столько здесь осталось. Посмотрим, получится ли у меня закончить ее за 2 месяца. Также вот этой базой я пользовалась очень мало, буквально один раз, я думаю. Вот это спрей для лица от Астры. Я им пользовалась буквально один раз за месяц. Поговорим о глазах еще. Здесь у меня карандаш, вот такой черненький от Astra, Deep Black Smoky. Он достаточно сильно стал короче, то есть сейчас он вот такой длины. Я им пользовалась достаточно много. Как я пользовалась также достаточно много вот этим лайнером от Miss Rose. Также у меня здесь вот такой лак красный от Smile, но я... Мне кажется, уже на половинке где-то. Скоро он станет густым, мне придется его выкинуть. Свои продукты, законченные за 2021 год. В общем, я рада своему прогрессу по этой сумочке. Начнем с холодной сумочки. Итак, по глазам. Мне пришлось выкинуть палетку от Catrice, и я пользуюсь сейчас вот этой палеткой от Essence. Думаю воспользоваться побольше вот этими темными цветами для Smoky Eyes. Мне очень нравится делать Smoky Eyes в этот период. Так что посмотрим, какой будет прогресс. Вот в этой зеленой палетке, к сожалению, никакого прогресса нет. Я вообще ей не пользовалась. Вот в этой... В этих зеленых тенях я ими воспользовалась несколько раз, но, как видите, до пластика я еще не дошла. Моя цель была дойти до пластика. Также такой карандаш от Kiko я им пользовалась парочку раз. Он достаточно красиво смотрится на глазах, так подчеркивает их с такой розовиночкой, но пока никакого прогресса не вижу. Также у меня здесь есть несколько продуктов для лица. Во-первых, вот такой вот румяна от Nevy Cosmetics. Ими я не пользовалась почти вообще, мне кажется, ни разу. Кремовые румяна, я думаю, что я их закончу в следующем году. Вот этими румянами я пользовалась очень много. Как видите, дно здесь расширяется постепенно. Вот эти хайлайтер Ray of Love от Kiko, я им воспользовалась достаточно много, и этим я горжусь. Также вот два вот таких продукта для губ. Во-первых, вот такой вот карандашик для губ от Minal в фуксиевом оттенке, я им воспользовалась несколько раз.
также держала его в сумочке для того, чтобы обновлять макияж. Мне он очень понравился. А вот этот карандаш от Essence, я воспользовалась им буквально один раз. И он начал обламываться. Я думаю, его скоро закончить, потому что он уже очень коротенький. Мне кажется, что, возможно, если я на нем сконцентрируюсь, то в этом году я его закончу. Вот такой прогресс у меня по этой сумочке. Итак, покажем самые большие прогрессы, которые у меня есть. Это в теплых оттенках. Итак, начнем с вот этой палетки от LOD, которую я всунула в свою теплую косметичку. Итак, эту палетку от LOD я использовала в основном для вот этого золотого оттенка. На вот этом розовом я уже давно добралась до дна. А вот этот золотой оттенок, как видите сегодня на моих глазах, с той базой от Kiko в номере 51, которую я вам показывала. В принципе, я им пользуюсь достаточно часто. Дальше говоря о глазах, у меня здесь вот такой карандашик, которым я пользовалась тоже достаточно часто. Мне он нравится. Не знаю, получится ли его закончить до конца года, но я буду им пользоваться. Также говоря о глазах, у меня здесь вот такая вот палетка от... как она называется? Альвун. Я сюда добавила вот такой вот цвет Марсалы, который очень красиво смотрится на глазах. Поскольку рыжий оттенок из палеточки от Змайл у меня закончился. Вот. Также поговорим о лице. У меня здесь два продукта. Во-первых, вот такие вот румяна от Essence. Я закончила оттенок, который был вот здесь. И сейчас перешла на вот этот оттенок. Он более спрессованный. Я думаю, что я его закончу, если буду на нем концентрироваться. Также у меня здесь вот такой вот хайлайтер от Cosme Milano. Им я пользовалась не так часто, но углубление видно. Простите, если слышите шум дождя, сейчас очень сильный дождь здесь. Давайте поговорим сейчас же о продуктах для губ. Итак, продукты для губ. У меня здесь две матовые помады, на которых у меня огромный прогресс. Обе эти помады скоро закончатся, потому что я ими пользовалась очень-очень много. На них очень много окошечек. Они обе от Lucky Fine, один оттенок X-Blood, другой Cozy Winter. И эти обе помады, я думаю, закончить до конца года. Вот такой у меня прогресс в моем проекте. Не знаю, будет ли кто-то смотреть это видео, потому что я не снимала видео целый месяц, поэтому многие, скорее всего, уже обо мне забыли. Большое спасибо всем за внимание и всем пока-пока.